все, Паша, дальше не увидишь. Ну все. Посмотри, где будет проще. Надо буквально там прорез сделать. Если где-то будет натирать, ну или еще где-то пилка пойдет, сразу. Я ничего, потерплю. Только сильно глубоко не заводи, потихонечку. Да. Ты прям по линии реза. Лопнуло. Кольцо лопнуло? По-моему, да. Ну вот, посмотри. Дай мне тонкогубцы или что-нибудь такое. Что ты сам? Угу. Ура! Угу. Ой, кошмар. Держи. Спасибо, мужики. От всей души благодарю.